Всем доброе утро. Перебирала сейчас все полотенца. Тут в душе у нас спрашивали тоже про дверцы для этого шкафа. Ну, друзья, в общем, короче, наверное, не получится ничего. Как мы и говорили, что закроем, но наших размеров не оказалось. В Леруа мы брали этот шкаф. Ну, мы, в смысле, сами, конечно, собирали, тут все выпиливали. Эх, но нету. Сейчас там новое поступление. Наших нету, и, короче говоря, вот так все пока останется. Просто порядок надо поддерживать, чтобы здесь у нас периодически бывает такая карусель, когда кто-то что-то вытянет, и потом, естественно, все там вверх дном. Ну, пока все сложило, посмотрим, надолго ли. Сейчас убираемся, ходим. Папа поехал на работу. Здесь тоже порядки надо наводить. Куда забралась? Вылазь давай. Красота, давай. Вась, вещи надо пораскладывать. Стирку вынуть, стирку поставить. Сортируем вещи по контейнерам. Черное, цветное, белое. Вот, причем цветное, синее, зеленое, красное, там розовое. Нужно еще сортировать между собой. Вот такие, короче, дела. Сема положила на первый сон. И он сейчас спит, да. Саня тут пристрастился Майнкрафт смотреть. Я... как бы очень даже против. По крайней мере, играть точно, но вот видео смотрит. Думаю, что надо что-то другое будет включить. Сейчас, доча, подожди, я поговорю. Помыла стол, сейчас все убрала здесь. У нас такой спор в доме стоит, что большая половина семейства хочет, чтобы здесь и сахарница стояла, и мед, и варенье, и конфеты, и все, чтобы стояло здесь. Ну, а мне как-то это все не нравится. Мне хочется, чтобы стол был свободный. И желательно еще какая-нибудь композиция, что ли, здесь стояла. Я вот сюда все убираю. Ну, потом здесь и сахар у нас, и варенье накапано. И, в общем, это тоже не очень хорошо, с одной стороны. Осталось мне вот там все прибрать. Сейчас загрузила посудомойку, там противни, поэтому не все влезло. Кастрюлю обязательно нужно хорошо будет пропарить. Ну, будут ждать своей очереди. Я сейчас буду мыть полы. Вот по нескольку раз на дню здесь все моешь, и все равно много мусора. Я уже здесь не подметаю сейчас, потому что вот у меня вот эта швабра уникальная, универсальная, мне она очень нравится. Я ей подметаю и мою одновременно. Вот, мусор пока вынесли, еще вчера под вечер все это делаем. Поэтому к вечеру ближе все сделаем. Так, стекло опять не здесь заляпали. Все, хотела показать, какая погода. Ну, детские ладошки тут просвечивают. Ладно, все, будем стекло мыть и здесь побрызгаем. В общем, такая погода, минус 11, по-моему. Неплохо, хорошо. Так, вот, сейчас я буду мыть вот таким пылесосом. 97% заряда. Это девочки сейчас мыли там все в комнате. Так, здесь надо будет все прибрать. Беговая пока осталась здесь. Ну, в общем, некуда пока ее поставить. Есть у нас кое-какой план, потом как-нибудь вам расскажем. Если он, конечно, еще удастся и сбудется. Лиза убирается, ходит. Так, котик у нас переехал с коридора сюда. Потеряли мы одну лопату. Купила я новую вот такую лопатку. Что-то недорогая была. В общем, куда-то новая лопатка делась синяя. Лопатка. Надо какашки убирать, кошачьи. Да что ты так скрипишь-то? Мама, почему? Качелька так скрипит сильно. Помыли полы? Мама. Кровати все заправили? Чистенько. Ой, хорошо. Обезьянка маленькая. А видите, какие еще? Аккуратненько. Тебе надо эту стенку, как она, шведская или что? По-моему, так называется. Ну, пока ее некуда прикрепить. Я хотела ее... в детскую комнату. Ну, вы поняли, да? Лесенки, там веревка, вот это все. Саша говорит, комнаты сделаны из брусков. Ну, перегородки. Поэтому прикрепить некуда будет. Ага. А я очень хотела. Я Rich Family посмотрела. 6 или 7 тысяч стоит. Думаю, малышам в комнату поставим на ту стену, где вот новая, между девочками, перегородка из гипсокартона. Ну, в общем, Саша меня расстроила, говорит, ты что, там без из гипсокартона мало того, что так еще и бруски ничего не выдержит, не получится.
Либо нужно будет лето ждать или там весны, не знаю, туда в сени выносить. Мама, ты какие еще умеешь? А так хорошо бы, конечно, им такой комплекс купить, поставить. Так, ну все, давай, не дурачься. Так, пойду посмотрю, что там наверху. Еще вот такое место здесь есть. Я пока не знаю, что тут, честно, вот, можно приспособить под что. Может быть, это все вот так как-то экранами закрыть, и в будущем здесь как небольшая кладовка будет. Ну, какие-то коробки от техники, знаете, вот это все. Выкинуть нельзя, хранить тоже надо где-то. Ладно. Надя, привет. Ой, чуть за ногу не засадила. Ты ударилась. Так, ну, в общем, здесь вот такая ситуация пока. Надо убираться. Так, у девочек уже мусорка, смотрю, полная. Никто не выносит. Ну, ладно, полы помыли, прибрались мало-мало. Мама, что так чисто? Чисто так у них даже, удивительно, да? Лиза опять передвинула стол. После того, как мама сказала, что розетки папа будет ставить на этой стороне. Сначала у нее здесь стол стоял. А что, девочки, есть на столе? А что там у них на столе? Какая-то помощь. Ой, ты не трогай, там у Нади бисер, она там плетет. Сейчас как все это полетит, не надо. Сейчас денежка появится. Будем брать электрику. Ну, постараемся. Это Наде подарили алмазную вышивку, девочки. Здесь вот где-то надо будет сделать розеточки, чтобы телефоны могли заряжать, компьютер включить. Ну, ноутбук. Так, это вот подарили тоже Надюше боксик. Вот она высыпала туда свой бисер, не трогай. Покажите мне. И алмазную вышивку. Мама, что это? Покажите мне. Подождите. Что там? Что-то вот там. Сделал. Это как это называется? Это такой как самолет двигатель этим. Вот так. Мама, мама, это что? Это вот будет такая картина потом у Нади, смотри, видишь, лошади. Такая алмазная картинка. Вышивка. Ой, тут даже сама картинка так переливается. Это что, алмазы? Интересно. Мам, я тоже хочу алмазы. Подарочки были мои души. Всякие. Мама, покажи мне. Я еще не вижу, мама. Ну, посмотри, доча. Так, мы сейчас в другую комнату зайдем. К малышам. К малышам боюсь даже заходить. Постоянно это там убираешь, убираешь. И там такой ужас. Ну, вот как есть. Ну и все, это всегда, это не я, это они, малыши. Вань, я верю, что это Саша с Алисой, это не ты, я знаю. Я тебя не обвиняю сейчас. Ангара почти замерзла. Река Ангара вытекает из Байкала. Байкал подмерз, все. Ну, в общем, убираться будет ничего. Мне просто наклоняться очень сложно, и поэтому я негодую. Все время раздражаюсь в этом моменте. Что они не хотят убираться, только со скандалом. Ванюша мне только помогает. А Саня с Алисой еще в таком возрасте сейчас находятся, в котором их надо... Да, постоянно нужно их вот так вот, как говорится, уговаривать, что ли. Если уговор не помогает, то будут в углу стоять. Такой метод. Ну, кровать они еще не умеют заправлять. Может, Ванюша заправит. А они нет ни в какую. Пока вот мы боремся. Но это, знаете, мы с каждым ребенком это проходили, поэтому все нормально. Конечно, это сложный сейчас процесс, потому что приходится ругаться, как-то ссориться. Им это не нравится. Слезы, сопли пузырями. Ну, ничего страшного. Переживем, да, Ванюш? Видите, нету пока ни шкафов, ни полок, ничего. Вот все в этих боксах хранится. Пока только так. Ну, полы теплые, да, Ванюш? Да. То, что босиком ходите, а родители ходят в тапочках, потому что приходится убираться и много-много бегать тут по дому. Хоть чтобы какое-то сцепление с полом. Пол очень скользкий оказался. Семену очень сложно ходить. Одеваем ему носочки с такими прорезиненные там штучки.
Либо вот нужно ему обувь другую купить. У него есть обувь, но она уже мала ему. 20 какой-то у него там размер, не помню. Нужно ему вот ехать покупать другую обувь, чтобы было какое-то сцепление тоже с полом. Ванюша, тебе холодно ногам? Нет. Тебе носки нужны? Нет. Тапочки мы тебе купили? Где они? Ну, мы тебе купили тапочки? Да. Вопрос это второй уже, где они? Это надо вас спрашивать. У всех есть тапочки. Они там, но они не хотят их носить. Они там, где обувь. Да. Все у них есть, так что не переживайте. То, что многие тоже негодуют, что мы тут в обуви ходим, а дети босиком ходят. Ну, они сами так хотят. Полы чистые, им не холодно. Им так просто сцепление с полом тоже лучше. А в носках они очень сильно скользят, им тоже не нравится. Ну, Лиза, в носках тебе хорошо в носках? Ну, ты и не носишься, а малыши тут бегают постоянно. Мама, можно носки снять? Ну, снимайте, что сделаешь. Ну, вот так, короче, предстоит уборка у нас тут большая. Мальчики сами убираются, большие уже, и девочки тоже. В принципе, Лиза, мусор надо вынести. Здесь территория Славина. Вот видите, сразу Слава убирается, потому что у нас все территории распределены. Девочки у себя убираются, Слава отвечает еще за эту территорию, Лиза в зале отвечает. А детей обязательно нужно приучать к порядку, закреплять за ними какую-то хотя бы территорию, хоть небольшую. Пусть хотя бы за котом уберут, это уже будет очень хорошо. Короче, вот так здесь. Пока никто не занимается, не играет, потому что нет света. Единственная лампочка есть. Вот ее нужно будет все это убирать, все нужно будет переделывать. Лиза, вот эти коврики мне, пожалуйста, вниз спусти, потому что они мне нужны внизу. Я сейчас диван у нас старенький, порванный, я накрываю. Мы их выстирали, они тут просто играли и забрали коврики все эти. А мне нужно прикрыть... Диванчик старый уже, нужно хоть как-то прикрывать его. Ну ладно, друзья, такие вот новости коротенькие. Это, конечно, без комментариев. Куда спрятался? Это кто лазит по столам у нас, а? Это что такое? Ай-яй-яй, нельзя. Нельзя так делать. Тебя что, не кормят или что? У тебя воды нет. Все у тебя есть. Лазит по столам. Нельзя, Барсик. Какое? У нас просто стоит там чашка для собачьих отходов. И он постоянно туда ныряет. То кость оттуда вытащит, то мясо, какую-нибудь шкурки там ему надо вытащить. Хотя у него есть корм, все есть. Но вот он очень любит подъедать за кем-нибудь. Я не знаю, что делать. И я не вижу, чтобы он как-то болел или что-то после этого. То есть, в общем, такая сложная ситуация. Единственное, что можно сделать, это закрывать крышкой отходы. Все. Но он все равно продолжает сюда лазить. Надо как-то вот это дело проучить. Саша говорит, положи фольгу. Вот так говорят, что коты очень сильно боятся фольги. Еще он прыгает по утрам вот сюда на барную стойку. Все скидывает, играется на полу. Саша предлагает тоже барную стойку застелить фольгой и проучить его. Когда он прыгнет, она же шуршит, они очень сильно напугаются. Ну ладно. Друзья, меня укусил. Пока-пока-пока всем. До следующих видео.